Разбирательство по поводу смертельной драки на Старом Базаре продолжается. Напомним, летом 2020 года в ходе потасовки между компаниями Лопатина и Старцева от рук последнего погиб Павел Рохлов. Сейчас суд разбирается, кто нанес увечья уже осужденному участнику драки. Так, в ходе драки Михаил Старцев получил закрытый перелом носа, предположительно от Дмитрия Лопатина, или инвалида, как его прозвали в соцсетях из-за палки, которой тот размахивал. Так случилось, что недавно две стороны встретились при других обстоятельствах. 10 августа знакомые Старцева навещали его в СИЗО, когда вдруг услышали громкие ругательства со стороны ворот. Там Дмитрий Лопатин, по словам очевидцев, справлял нужду. Пришлось вызвать полицию. Компания Старцева не верит в совпадение и считает, что инвалид хотел таким образом надавить на знакомых Михаила. Однако, по словам Дмитрия, он просто двигался домой на машине в качестве пассажира и намеренно никого задеть не пытался. Тем не менее, административный акт в участке на него составили. Эту историю в качестве характеризующего материала судья привязывать к делу отказалась. Тем временем суд постепенно движется к завершению. Все свидетели выслушаны, есть даже первые выводы. Так, прокурор считает, что Лопатин должен получить 2,5 года в колонии-поселении. На следующем заседании 5 сентября после прений сторон Лопатин, возможно, получит окончательный приговор. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком.